Привет, сейчас нахожусь с Андреем, который основатель, организатор, автор квеста в Белгородской области. Сейчас мы находимся в городе Губкин на фоне символа путешествия, символа автостопа. На самом деле это знак качества называется, но все, даже губкинцы называют это памятником автостопщика. Да, вот видите там. Андрей, где ты путешествовал, когда путешествовал, как ты сейчас проживаешь? В свое время я проехал автостопом почти пол России точно, немножко по заграницам путешествовал, по Турции, по ближнему зарубежью, по дальнему. Сейчас я автостопом путешествую редко, потому что у меня работа, у меня есть деньги, и я не трачу, то есть у меня нет времени, есть деньги, поэтому я чаще сейчас часто автостопом не пользуюсь. Что у тебя за проект квест-машина? Я делаю квесты, соответственно, это прикольное развлечение для молодежи, для людей всех возрастов, от детей до взрослых. Там вы можете пережить необычайные эмоции, например, там, сбежать из тюрьмы, ограбить банк, там встретиться с маньяком пилой, или там какие-то там детские квесты, там почувствовать себя там в роли черепашек-ниндзя, например, или отправиться в путешествие во времени. Это все можно в моих квестах. Что для этого нужно, чтобы принять участие, где, как тебя найти? Квест игры в городе Старый Оскол, квестмашина.рф. И если вы не в Старом Осколе или просто хотите узнать, что такое квесты, вбивайте в Яндексе, в Гугле квесты, название вашего города, квест там ваш город, и ищите любой понравившийся вам сценарий. Это очень крутая тема, я всем советую. Ну что ж, да, действительно, я вот заценил его сейчас по путешествию по Белгородской области. Андрей очень такой энергичный товарищ, поэтому... Выбирайте в Яндексе, в Гугле квестмашина.рф и присоединяйтесь, и путешествуйте вместе, и посещайте всякие разные... Путешествуйте чаще, ребята. Да-да-да, клевые, классные квесты, приключения. Всем пока-пока, пишите комментарии.